Ежедневно на обработку всех очередей Самарской набережной тратят около 30 тысяч литров дезинфицирующих средств. Здесь обеззараживают общественные пространства. Часть остановочных павильонов, которые после реконструкции четвертой очереди перешли в ведение муниципального предприятия «Самарская набережная», также детские и спортивные площадки, туалетные модули, скамейки, урны, перила, а также 15 тысяч квадратных метров тротуаров, дорожки для велосипедистов и роллеров. Монумент «Ладья», который является одним из центров притяжения на набережной, тоже не остается без внимания. Во избежание порчи символического объекта опрыскиваются только те поверхности, к которым может прикоснуться человек. Всю работу выполняют 3 бригады специалистов муниципального предприятия «Самарская набережная», а также 2 машины спецтехники. С марта обработка не останавливалась. У нас дезинфицирующие средства – это хлорамин марки «Б», который используется здесь. У нас еще пока запас есть, но собираемся сейчас еще закупать. Сейчас в договорных отношениях, то есть юристы оформляют договор для приобретения, то есть еще дополнительных, так скажем, этого средства. Дезинфекция проводится в течение всего дня. Большую часть это с начала рабочего дня, то есть первой половины дня. В принципе, пока в основном здесь только те, кто занимается спортом, их не так много, но они есть. То есть до того, как солнышко разогреет, появляется основной поток людей на набережной, работа проводится. В парках городского округа также ежедневно в ручном режиме обрабатываются все детские площадки, лавочки и так далее. А, соответственно, улично-дорожная сеть и скверы города обрабатываются в соответствии с графиком тоже ежедневно. С марта все заасфальтированные городские улицы были обработаны уже 19 раз. Скверы и парки проходят 10-й круг обеззараживания. Большинство жителей с пониманием относятся к дезинфекции. Какая-то дезинфекция обязательно должна проводиться, да. Я думаю, что дезинфекция, она должна быть всегда, даже не при ковиде, а всегда должна быть дезинфекция. То есть у людей разные заболевания, понимаете, и общественные места надо всегда дезинфицировать. Коронавирус идет, надо обязательно, грипп, обязательно надо все сделать, чтобы мы не болели. Обработка набережной будет проводиться до отрицательных температур. Елена Малютина, Николай Сидоров, события.